Но это еще не все. Все мы знаем, что у нас мы видим стереозрением. У нас мы получаем информацию с двух глаз, а сигнал от каждого глаза раскидывается по обоим полушариям. И дальше в зрительной коре из сигналов двух глаз синтезируется картинка, которая позволяет нам видеть мир объемным. У людей с одним полушарием такой ситуации чаще всего нет. Потому что у них есть только одно полушарие, и оно от обеих глаз получает информацию, но не полное, естественно. Поэтому нет синтеза вот этих вот синтетической истории. Но, как выяснилось, есть одна девочка в Китае, у которой та же самая история, но у нее уцелевшее полушарие выделило себе объем, как будто бы вот это другое полушарие, там берется другая информация и собирается вот потом стереокартинка. Такое тоже бывает.